Добрый день, ребятишки и настоящие мужики. Сегодня начинается наш новый проект выживания на дикой природе. И мы грузимся с ребятами и выдвигаемся с нашей съемочной группой в лице меня, там еще пару ребят. Вот. Будем снимать эксклюзивный контент, будет все интересно, будет все здорово. На носу у меня очень много новых проектов, на которых будет интересовать, в принципе, нормальных мужиков. А не то, что сейчас в сети развелось всяких инфантильных... вы поняли, о чем я. Поехали! Нарядились на рыбалку. Вот так вот едут люди на выживание. Ну, мы решили, короче, рыбу для начала прямо изловить из нужного нам места. Салют, YouTube. 52, пойдем. Нормальная рыбка. Легко. Всемирный потоп. Двигаемся дальше. Все началось так. Женщину привезли в лес, и у нее началось обезвоживание. Ваня такой говорит: живи! Ха! Давай, мясо где? Работай! Смотрите, какие джунгли. Джунгли зовут. Давай уже убирайся. Смотри, Вань, что ты настроил. Вот так ты, я. Ты, да? Давай, дрова надо выгружать. Вот так вот Ваня не приезжал сюда 2 года. Сейчас будем убирать. Идем мы с друзьями смотреть наш прекрасный ослыкуль. Грязный. Начинается новый проект выживания на ослыкуле. Посмотрим, что там в бане творится. Приподнимай дверь, сломай. О-о-о, запотело стекло. Ну чё, Ваня банчик? Скажи что-нибудь. Ой, попаримся сегодня в баньке. Когда не бывает снега, бывает снега. Ха! Вот он еще, смотрите какой. Вообще. Это какой-то переделанный монстр. Ну а что вы хотели, в России живем? А, закат, закат, идем к закату.
Клони вниз. Сальто, что ли? Да. Нет, спасибо. Давай, разбегайся, я потом смонтирую, что ты улетел. Ну вот, это мой второй или первый день одиночного выживания на берегу озера Ослыкуль. У меня тут все очень запущено, будем все восстанавливать. И за отсутствие двухлетнего буду вам показывать, как надо выживать, как надо уметь выживать на природе. Что нужно делать и как оно изнутри-то. Ха-ха-ха! Эй-хей-хей! Русь! Русь!